700 метров. Стрелять не хотят. Две штуки вниз, с которых ты стрелял, так ушла, да? Центр бей. За лапа. Бьешь, да? Да, давай, давай, давай. Да. Стал, стал. Внизу, а одна стала. Заебись, вот это. Выносим мясо. Раз 50 на тройке поменял. Наиль прибедняется. Взял самый маленький ягак себе и говорит, что ему нагрузили много. Карабин сними. А давай я сейчас его карабин прицеплю и здесь. Ага. У меня больше будет, чем у тебя. У всех рюкзаки он по 40 килограмм мяса у каждого. Мне 50. А он, я даже вот приближаю и не вижу его рюкзак. Где он? Где там? Что там? Где-то, что там? Сумочка с документами какая-то стоит. В таком вот месте шикарном охотились. Стрелял. Морали Павлович. Стрелял с этого косогора. Вот на вот этот. Дальше равнина. Монголия уже. Да, там вот вдалеке. За вот этими горами там уже Монголия. Местечко называется Моральное пастбище. Авюрский район Республики Тыва. Лицензию реализовали на Морал. Да, последние деньки охоты. Сегодня 6 января. Как раз осталось тут пару дней до закрытия.